«Хочу купить мужа». Впервые в Стерлитамаке ставится спектакль, поставленный по комедийной пьесе Михаила Задорнова. Молодая девушка просит жену своего возлюбленного продать ей мужа. История о супружеской измене, женской солидарности и развенчании образа мужчины с высоким ценником представит на сцене труппа театральной компании «Сюжет». В главных ролях Елена Сафонова, Мария Климова, Валентин Смирницкий. Спектакль пройдет 23 февраля в Городском дворце культуры города Стерлитамака и 24 февраля в Дворце культуры «Нефтехимик» города Салавата. Начало в 19 часов. Билеты можно приобрести в кассе. Информационные партнеры – Стерлитамакское телевидение, Русское радио, Стерлитамак.